А вы знаете, сколько сейчас времени? Сейчас 3 ночи. Я не смог заснуть опять. Это 3-я по счету ночь, когда я не могу спать нормально. Я не могу даже днем спать. Я спал за последние 3 сутки, по сути, несколько часов ночью и несколько днем. Почему так происходит, я не знаю. Я после 2-й дозы вакцины, я говорил в прошлом выпуске, там, я принял, и что-то произошло, но я уверен, что не с этим связано. Но меня как торкнуло просто. У меня была проблема с мотивацией. Я говорил об этом, мне было трудно заставить себя что-то делать. И мой творческий процесс, он как-то подутих. У меня висит альбом сталкерский. Много треков уже готовых практически. Нужно доработать и выпустить. Я тяну. И это творческие муки, мы об этом поговорим еще. Кстати, если вам интересно, что такое творческие муки, или вы стыкались с этим, напишите в комментарии, пообщаемся, или я сниму отдельный ролик по этому поводу. Стараюсь говорить, кстати, тихо, чтобы не громко, потому что по квартире все летает, и жена спит. Не хотел бы ее будить утром работать. Я внезапно ощутил порыв творческий. Меня переполняет энергия так, что я просто не могу уснуть. Я устал за весь день. Я изнуряю себя творчески сейчас. Но при этом, ну, еще есть работа, и при этом ты не можешь лечь и спокойно уснуть. У меня опять в голове куча идей, куча мыслей. И вот я пока ложился спать, я накидал 3 строчки, о чем мне снять будущее видео. И вот даже этот влог, я подумал, нужно снять влог на эту тему, об этом рассказать. Завтра я это сделаю. И я понимаю, что я не смогу завтра этого сделать. Скорее всего, забуду, либо буду совсем уже усталым. И я встаю в 3 ночи и записываю этот влог. Я никуда не пропал. И вообще этот канал, я об этом еще отдельный выпуск также сниму. Этот канал, еще раз, это попытка что-то изменить. И я понимаю, что мне не светят какие-то большие там заоблачные заработки, но усилия, которых я приклал, хватило для того, чтобы я смог, как вы знаете, за последнее время обновить себе компьютер. Тоже немало стоит, да? Так вот, что случилось? У меня был пробой. Я из работы, у меня на фрилансе заказов сейчас нет. Последний, что там, один из музыки, который был последний. Я снимал видео, посмотрите, кстати, здесь по подсказке. Про Synthwave из мусора. Я получил странные сэмплы от заказчика, и в подарок нужно было на их основе сделать трек. Я знаю, что многие люди пишут и биты, и треки за очень маленькую сумму, особенно те, кто неизвестные. Мы же не занижаем стоимость своей работы. Кое-что мы все-таки умеем, поэтому остается у меня только сейчас озвучка для канала о климате. Озвучка видео, подготовка выпусков. Там плюс быстрый монтаж, над которым тоже нужно повозиться. И единственный доход, который я получаю сейчас, это от этого, вот от озвучки этих роликов. То есть у меня были заказы еще по видеомонтажу на фрилансе, вот по музыке иногда, по озвучке, но они редко прибегают сейчас. И единственный доход, по сути, у меня сейчас на озвучка там климата. YouTube мне еще ничего не приносит, потому что я еще не достиг даже 1000 подписчиков. И я внезапно, вот пока мой альбом лежит, к чему я все это вел, внезапно 3 дня назад я просто сидел, и мне в голову появилась мелодия. Вот это поворот! Хочется сделать что-то необычное, что-то такое, чего я не делал. И вот я себя попробовал в новом стиле. Мне начали приходить в голову слова. Я никогда не умел петь. Более того, одно дело я скажу свести с саундтреком какой-то вокал-хор. Другое дело спеть и свести свой вокал. Либо вообще песню свести. Это другой уровень, другая сложность. И вот я решил проэкспериментировать. Коль мне пришла в голову идея с мелодией, идея с музыкой, идея со словами, и я написал песню. Я подумал, прикольный будет сингл. Я столкнулся с тем, что песню-то нужно записать, а петь я не умею.
я начал себя экспрессировать. А чтобы вы понимали, у меня жена тоже дома работает. И одно дело, если я пишу музыку или озвучиваю, другое дело, если я пою, чего я никогда не делал. Но вы знаете, что меня подбодрило, это то, что я анализировал музыку других людей, которые всерьез занимаются, поют и автотюном подтягивают, и они петь не умеют. И я понял, что я еще что-то могу, когда я попробовал и прорепетировал. В первый день записи я выгнал жену из дома. Ну, грубо говоря, выгнал. Попросил уйти на какое-то время, объясняя тем, что я пытаюсь записать песню, я этого не делал, и мне неловко при ней это делать. И вот я порепетировал, понял, что я что-то могу, если постараться, хотя у меня есть проблемы со связками тоже, я пытаюсь это перебороть в себе. И на следующий день после репетиции я уже перестал замыкаться, и я, жена работает, там в наушниках сидит в закрытой комнате, другой, а я пишу, пою, короче. И вот я написал первую песню, написал слова, нужно еще перепеть слова, было очень интересно, практически все сделано, только осталось перепеть слова и смастерить, уже минус с словами. Я решил, что думал, что не буду делиться, но потом, с другой стороны, почему не делиться, скрывать это в тайне, как какой-то там хит, меня же никто не знает в этом плане. Я также подумал, что буду выпускать это все под своим же ником Альтермор, независимо от того, что я работаю в разных стилях, потому что псевдонимом, потому что все равно, как бы, хотя бы под псевдонимом Альтермор меня кое-кто кое-где уже знает, что я пишу музыку, я композитор, музыкант, исполнитель в какой-то степени и еще и музыкальный продюсер. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Потому что я, по сути, продюсирую свою всю музыку сам, от начала до конца. В общем, я сел писать песню, и вот думаю, скоро я ее зарелизю. Я зарелизю ее быстрее, мне кажется, чем альбом «Сталкерский». И тут возникает проблема. Я ложусь спать, пытаюсь лечь спать. Хочу на следующий день более свежим голосом переписать композицию. И что вы думаете произошло? Пишите в комментариях, что вы думаете произошло, а я продолжу. Ложусь, короче, спать. Мне стреляет в голову мелодия. Вот честно говорю. Слов не поступало, но поступила мелодия. Я уже давно себя ловлю на мысли, если поступает мелодия, а тем более, что мне захотелось не просто, знаете, писать музыку сейчас, а захотелось что-то поменять, как-то выразиться. Я знаю, что я могу это сделать. Я недооценивал своих возможностей. У меня есть все в домашней студии, чтобы писать классную музыку. И я хотел выразиться. В первой песне я выразился. Я выразил то, что меня волновало и с таким глубоким подтекстом. Я высказался. Вы услышите это по словам. Дальше во второй песне я слова догоняли. Слова, по сути, догоняли композицию, потому что композицию я сделал. Минус я сделал, и он настолько меня качал, что я сидел просто полдня, слушал и добавлял разные штрихи. Я надеюсь, что у вас тоже прокачает, но просто очень понравилось. Там такие, там, по сути, как бит, с таким закосом на трэп-стиль, но при этом достаточно мелодично. Такая фразировка получается. И я пытаюсь туда понять, как мне пропихнуть слова. То ли это будет на низких речитатив, то ли это будет что-то разнообразное. Ну, в общем, экспериментирую, выражаюсь. Вот. И я писал это все, развивал. Понял, что уже, по сути, вся концепция минуса готова. Ее нужно только развить, размножить и добавить разные фишечки. И записать, вот, собственно, слова я тоже написал, записать вокал. Этого я еще не пробовал озвучивать. Наступает следующий день, проходит. Я делаю все остальные тоже дела. Наступает ночь, я пытаюсь лечь спать. Опять я не могу лечь спать. Что происходит? Это уже был ту ночь, я прошел с этим битом, я кое-как поспал полдня. Вот вчера, по сути, я кое-как поспал еще там несколько часов после ночи, которую не спал. Вчера я сажусь, мне приходит новая идея в голову на ровном месте. Я при этом встал в половине дня, я был изнурен, измучен, потому что две ночи не спал. И думаю, что я ничего не смогу связать своим ртом, спеть вообще, убитый просто. Мне приходит в голову мелодия.
я сажусь и сразу ее записываю. Вернее, нет, в этот раз пришла в первую в голову не мелодия, а слова. Слова, по сути, были о том, что я не могу спать, от меня ушел сон. Как я это озвучил, вы услышите в композиции, которую я зарелизил. Это, конечно, удивительный процесс. Мне этот мотив пришел в словах, я накидал его в нотах. Я сделал коротенький бит и понял, что сделаю этот трек минималистичным, сам композицию. Упор сделаю на инструменты с помощью артикуляционного аппарата, по сути рта, по сути песни. Разных, много-много дорожек разных, я между собой их сплету. И получается песня новая, третья песня уже получается. Это что-то невероятное. Такого со мной, ну я не помню, когда такое было. Я накидал мотив, записал песню, и вот я по сути, ну вернее как, я песню еще не записал, там записал несколько строчек, куплетов. Атмосфера такая спокойная, интересная. Вам нужно услышать, я не знаю. Но она опять же, она такая немного, в какой-то степени даже попсовая, я бы сказал, но такая, знаете, на стиле, то, что можно приписать к модным вещам сегодня, мне так кажется, по крайней мере. И я отложил это и думаю, завтра буду писать. Вот пытался лечь спать этой ночью. И перед сном... Мне уже смешно об этом. И перед сном, что вы думаете, происходит? Перед сном мне приходит в голову новый мотив, новая мелодия. При этом, опять же, я напеваю, я просто спонтанно напеваю несколько строчек, понимаю, что это еще одна песня, я сажусь, набрасываю мотив, напеваю эти несколько строчек, и сегодня уже, по сути, ночью этой поставил залог на завтра на работу над следующим треком. И, короче, я понимаю, что это уже все это, весь этот продакшн тянет на EP. Не на альбом, но там 4 трека как бы в комплекте получается. Я надеюсь, что больше не будет, потому что и над этими уже работы вот так. И я буду ими заниматься сейчас вот пока не доделаю. Просто пока горит, как говорится, нужно ковать железо, пока оно горячо. Я подумал, что это будет поводом для контента для моего канала, поделиться с вами, и я буду стараться подкреплять все это фактами какими-то, потому что для кого-то, кто не слышал и не понимает, о чем речь, знаете, но мне не хочется в то же время светить материал заранее, потому что, знаете, это, я уже и так сказал, но это для того, чтобы не пустел канал, чтобы продолжать снимать и рассказывать вам об этом, о том, что происходит, потому что, как бы, сам контент не хочется светить, потому что у меня уже повелось так, что если я свечу контент, то трачу энергию и не могу его доделать. Я себе поставил за цель вот сталкерский альбом, я не свечу композиции, я разговариваю о нем, говорю о чем, говорю, что будет, возможно, в следующих видео покажу вам список треков, но я не публикую нигде контент, что именно за музыка будет там, потому что я не хочу растрачивать энергию, которую, если вы услышите, потеряется интерес к этому, и я растрачу силы, не смогу, возможно, завершить. Я этим очень рискую. Это психологический момент. То есть в последнее время я и так боролся с спрятанной депрессией, опять же, своей. И вот эта вот нехватка мотивации, я искал, как, чем мотивироваться, и сейчас мне прям торкнуло так, что вот хочется делать. Я поставил себе за цель вот закончить альбом саундтреков, закончить этот EP, чтобы зарелизить вот эти вот песни. Мне интересно ваш фидбэк. Я этого не делал, я петь не умел, но я все делаю для того, чтобы качественно записать и минус, и микс свести, и вот голос. И хочу, и с нетерпением хочу с вами этим поделиться, зарелизить это все по правилам на всех площадках. Таким был мой влог, я не знаю. Обязательно обратите внимание на другие видео с моего влога, в которых я делюсь обычно какими-то происходящими вещами в жизни и мыслями о ней, о творчестве. Но кто бы там что ни думал, я такой трушный творческий человек, который своими силами, без всякой поддержки, без финансов, без известности особой, топит за фриланс, за музыку, за творчество и работает, делает, что может. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайк, поддержите, пожалуйста, это видео. И пишите комментарии, что думаете.
Вы смотрели канал Altermorscore. Увидимся с вами в следующем видео. Творческих вам успехов. Пойду попытаюсь уснуть.